Меня должны бояться. Тогда почему я та, кто в конце концов убегает? Сколько душ заражено? Покажи мне их! Я не стану использовать эту ненависть, чтобы победить. Я сделаю все сама. Я заставлю их бояться меня. Этой будет достаточно. Оставь радужную и уничтожь остальные губы. Используй немного ненависти на нем. Они не смогут сделать то же самое снова. Я уже заглянула в его воспоминания. Никто не сможет ему помочь. Я думаю, пора. Совсем не важно, если я в другом виде, так? У меня в любом случае не было никакого раздвоения личности. Было весело, пока все это происходило. Ну что, готов? Мы пойдем охотиться на тех, кто тебя так сильно ранил. Ты заставил меня отступить в последний раз. Не держу это на себе. Я не виню тебя в том, что случилось. Кто из нас не знал, как бороться с этой штукой? Дело не в том, Андайн. Все, что я делала в этой жизни, совершала ошибки. И не только это. Другие платились из-за последних моих действий. Сначала моя дочь, потом Санс, доктор Гастер, сейчас и Альфис тоже. Смерть Альфис не была твоей виной, Джессика. Да, из-за меня! Если бы я не опустила тот флакон, эта штука бы не убила ее. Эта штука не убивала Альфис. Нет! Нет, не может быть. Ты, должно быть, обозналась. Так и было. Я не подумала перед тем, как атаковать. И моя атака вместо этого попала в нее. Как я вообще могу жить с этим грехом? Я просто хочу сказать ей, что мне жаль. Просто очень больно каждый Прошу, раз. Прошу, не вини себя в этом. Когда я думаю об этом. Поверь, я не хочу я жить знаю, с этой болью. Это. Но также я не виной хочу в ее забывать. Отойди, я справлюсь с этим. Никто не заслуживает этого. Я... Особенно ты. Я... Это будет нелегко, и ты, наверное, будешь чувствовать, что никогда не отойдешь от этого.
Дело не в том, чтобы забыть, что случилось. Ты должна принять, как плохо это ощущается, чтобы двигаться дальше. Мне потребовалось 20 лет, чтобы принять это. И это привело меня к тому, что я стала причинять боль другим. Не дай этому же случиться с... Должно быть, остальные вернулись. Подожди немного. Мисс Ториэль? Андайн! Вокруг дома еще больше этих штук! Когда я думаю об этом, я не хочу жить с этой болью, но также я не хочу ее забывать. Отойди, я справлюсь с этим! Турель, позаботься о ранах Джессики! Быстро! Мисс Джессика! Джессика, очнитесь! Ну вот, все будет хорошо. Асгор, мне нужно пойти в лабораторию в подземелье с Папайрусом и Сансом. Иди, вернись, если готов. Нам всем нужно поговорить. Я буду позади тебя, Гастер. Как она? Не очень хорошо. Эта штука не повредила жизненно важные органы, но... Ее душа трескается. И я не думаю, что станет лучше. Эй, Джесс, погодите, кто это? Асгард Дример. Мисс Джессика не может прямо сейчас ответить. Она ранена. Мы пытаемся ее исцелить. Что? Что случилось? Одна из этих розовых штук, которые были около города, смогла проникнуть в дом и атаковать ее. Но я больше волнуюсь за безопасность всех остальных. Нам нужно контрмеры внутри города. Я знаю, что не имею авторитета среди людей, но как король монстров, я попрошу кое-что. Если вы знаете безопасную местность, где все могут собраться вместе и сосредоточить нашу защиту там, убедите ваше начальство так и сделать. Нет. Я думал так же. Джесс вчера сказала мне, что все будет в порядке. Но, похоже, эта проблема больше, чем мы думали. Мои люди оцепят периметр около школы и площади. Нормально? Yes. Да, пожалуйста, будет... Абсолютно нет. Собирание всех в школе сделает это место легким для атаки. Там все еще есть дети. Мы не можем так поступить.
как королева, я не поддерживаю это решение. Асгор? Простите за задержку. Приступайте к плану. Заметано. Как ты посмел? Немедленно перезвони и отмени это. С всем должным уважением, Ториэль, твоя роль как королевы закончилась. Когда ты покинула королевство после смерти наших детей, у тебя нет и не будет влияния на этот вопрос. Мне жаль. Не знаю, почему я не удивлена. Должно быть ясно уже то, как мало ты заботишься о человеческих детях. Ошибаешься, Ториэль. В отличие от тебя, у меня всегда было достаточно мужества устраивать все королевство так, как я хочу. И, конечно, действует от имени его благополучия. Пожалуйста, позаботься о мисс Джессике. Я проверю остальных. Это нормально, что ты не помнишь пароль. Возможно, просто стресс мешает твоим воспоминаниям. Что? Нет, здесь что-то не так. Если я сказал, что это была моя лаборатория, тогда почему я едва помню это место? Так почему я с трудом узнаю это место? Мне нужно вспомнить, что тут случилось. Гастер, все нормально? Гастер? Я в порядке. Я просто кое-что вспомнил. Мы можем вернуться позже, если ты не очень хорошо себя чувствуешь. Ты был прав, похоже. Просто стресс. Заходи внутрь, Папайрус. Нам нужно его стабилизировать. Скрытые воспоминания? Хорошо, система включена. Сейчас нужно просто ждать результатов. В зависимости от его состояния мы будем действовать. Папайрус, смог бы ты принести мне ручку и тетрадку? Они находятся в левой комнате, нижней части коридора. Сделаю! Что за результаты? Что они говорят? Он в порядке? Сможет ли он очнуться в скором времени? Почему экран погас? Машина перезагрузилась. Это место достаточно старое. Это должно было случиться. И какие результаты? Это будет долгий процесс, но он должен быть в порядке. Фух, мне намного легче. Я едва чувствую его душу, поэтому я был немного взволнован.
Ты в порядке? Папайрус, мне нужно, чтобы ты мне помог. Да, конечно! Что нужно? Мне нужно найти кое-какие вещи, а после этого связаться со Сгором. Если что-нибудь случится, то лифт приведет тебя в мою лабораторию на поверхности. Мне надо, чтобы ты остался здесь и присмотрел за своим братом. Что если ты позволишь мне помочь? Я очень хорош в поиске вещей. Нет, Папайрус. А что если я помогу тебе организовать этот поиск? Нет. А что если ты скажешь мне, что надо... Я сказал нет! Хорошо, я останусь здесь, если ты так хочешь. Я пойду поговорю со Сгором. Останься здесь. Понимаю. Значит, ее вмешательство было плохим с самого начала. Но меня все еще беспокоит то, что ты не сказал нам этого раньше. Я не понимаю твоей бессвязи с нами. Принятое тобой решение. Я правда думала, что справлюсь с этим одна. Я не хотела, чтобы еще больше людей... Все хорошо, Фриск. Зато теперь мы все знаем, что происходит. Все мы теперь можем помочь тебе справиться с этим. Учитывая то, что ты и Андайн мне сказали, это не тот ребенок, которого мы имеем в виду. Оно результат из заклинания искривленных умов, что скорее всего и является причиной хаоса. Так значит, эта вещь несет ответственность за атакованную школу и весь город? Мне так жаль. Я считаю, что у него еще есть шанс. Гастер? Как там Санс? Давайте не будем тратить время на проблему, которая вас не касается, Асгор. У нас есть проблемы, которые намного ужаснее. И решать их, походу, придется нам. Как я уже упоминал, если мои выводы верны, то у нас есть надежда на спасение Азриэля и других монстров, которые это создание поглотило. Я предполагаю, что оно еще не успело полностью уничтожить и истощить все собранные души. К сожалению, Ториэль, вещество, использованное для восстановления тела Санса, на 100% состоит из магии. Человеческие тела не могут восстанавливаться таким образом. Вот почему мы должны действовать, пока это возможно. Освобождение Азриэля от контроля этой штуки будет зависеть от Асгора и Ториэль. Если ваша связь с ним достаточно сильна, то он сможет освободиться в таком состоянии. Единственная проблема, я понятия не имею, где эта штука и где она может появиться. Вообще-то через телефон Джессики я смог связаться с людьми, которые находятся в городе. Я сказал ему найти безопасное убежище вроде школы, чтобы люди и монстры остались невредимы. Тогда это облегчает нашу задачу. Эта штука любит появляться в людных местах, и, скорее всего, она появится в одном из таких мест. Мы можем разделиться, но если бы я выбрал, я бы предпочел арену, где скорее всего она и появится, учитывая то, что школа уже была под ее атакой. Ториэль, Фриск и я можем отправиться на арену, пока Андайн и Гаста позаботятся о школе.
Я не иду. Я не оставлю Папайруса одного присматривать за раненым. Он не годится для борьбы. И я думаю, что мисс Андайн более чем достаточно, чтобы справиться с этими штуками в школе. Очень хорошо. Если Тавиш появится в школе, Андайн может что-то сделать для мисс Альфис. Если сказанное Гастером верно, то у тебя есть шансы помочь ей выбраться. Я не... Что это было? Нам нужно сейчас же выдвигаться. Уходите отсюда! Убирайтесь как можно скорее! Я разберусь с этими штуками. Я не дам вам уничтожить этот город. Да нигде. Думаю, будет невежливо не поздороваться. Рада сражаться со всеми вами. Я здесь, чтобы сразиться с Фриск и закончить начатое. А вам двоим приготовила небольшой подарок. Он очень зол на вас за то, что вы сделали с ним в прошлом. Азриэль! Дитя мое, прошу тебя. Я обещаю, что больше тебя не оставлю. Пожалуйста, вернись к нам. Не бросишь меня? Прям как оставила отца. И свое королевство. Когда каждый нуждался в тебе больше всего, вместо всего этого ты убежал от обязанностей. Насколько лицемерный ты можешь быть? Неудивительно, что я больше ничего к тебе не чувствую. Торрен! Почему такой испуг? Все потому, что у меня новая внешность? Или потому, что знаешь, что в этой битве тебе не победить? Я больше не боюсь злого мальчика. Теперь я знаю все твои трюки. Сын мой, пожалуйста. Заткнись! Знаешь, почему я умер? Потому что я не хотел убивать людей, которые атаковали меня.
Когда я увидел тебя снова, ты уже хладнокровно убил 6 из них. Только из-за того, что старик рассердился. Сейчас я тебе покажу, насколько я хладнокровен. Ласкар! Асгор, Ториэль, мы должны уходить. И подумать о кое-чем другом. Мы не можем идти! Я не оставлю Азриэля, когда я ему так нужна! Что бы ты ни сделала, будет абсолютно бесполезно, Ториэль! Либо мы обсудим все позже, либо ты желаешь нашей смерти, Ториэль! Кто вам сказал, что я дам вам сбежать? Должна сказать, закончить себя быстро будет очень трудно. Так что, попытайся не умереть на выходе. Бегите! Асгор. Не волнуйся, Гастар. Со мной все будет нормально. Прости меня, Ториэль, но я сделать не смог. Прошу, не говори так. Я единственная, кто должна извиняться. Что мы должны делать, Асгор? Если он не слушает. Мы не можем потерять его снова. Если это снова произойдет, я не смогу этого выдержать. Гастер, мне нужно с тобой поговорить. Фриск, ты точно в этом уверен? Если да, то мне нужно будет кое-что от тебя взамен. Ладно. Нормально себя чувствуешь? Да. Итак, почему мы здесь, собственно? Раньше я исследовала подземелье и нашла множество таких экземпляров. Я знаю, что один из них провалился, потому что ты перебрал с решимостью. Тогда тебе чего-то не хватало. Мне нужно, чтобы ты снова создал то, что ты пытался. Я использую силу моей души, чтобы это сработало. Ты имеешь в виду этот эксперимент? Я понимаю, почему. Ты пытаешься восстановить свое состояние, так? Mm.
Я предполагаю, что успех будет означать твой перенос на адский ландшафт с маленькой надеждой на возвращение. Особенно если учитывать форму, в которой ты сейчас вернешься. Ясно. Что ж, как говорится, будет очень, очень интересно. Фриск? Чара! Это за то, что ты использовала свою ненависть на мне, превратив меня в психоубийцу. Зачем ты здесь? Я пришла спросить тебя кое о чем. Почему ты считаешь, что у меня есть какие-то намерения помогать тебе? Я думаю, мне не нужно напоминать, из-за кого я здесь. Или кто играл с невинными жизнями, без конца, ради веселья. Или кто убеждал всех, что я кровавый убийца, чтобы защитить свой титул невинности. Я знаю, что мне нет даже права, чтобы просить тебя о чем-либо. Но люди, которые мы оба любим, в опасность, и одной мне не справиться. Тогда бы почему тебе не сделать то, что у тебя получается лучше всего? Сбросить? Я не могу. Я уничтожила кнопку сброса, и я не могу больше сохранять или загружать. Если эта временная линия сотрется, я не думаю, что у нас выйдут такие же результаты. И я вовсе не хочу снова проходить через это. Ох. Я даже не могу оставить вас одних на месяц без неизбежных чудес во временной линии. Полагаю, твой новый рекорд превосходит прошлый на месяц. Ага, я никогда не была хороша в принятии решений. Значит, ты признаешь, что ты полный отстой? Да, да, я полный отстой. А ты в этом уверен? Ага. У меня есть план. Я не могу починить эту временную линию, учитывая ее состояние сейчас. Что ж, я хочу, чтобы ты заняла мое место. Ух, и дай угадаю, ты займешь мое старое место и начнешь летать за мной, будто призрак? Да, как-то так. Ну, ладно, если это лучшее, что ты можешь придумать. Я в деле. Тогда возьми это. Окей, давай больше не будем тратить времени. Тебе нужно еще объяснить все, что там у вас случилось. Нет нужды. Ты получишь мои воспоминания быстро. О чем ты? Чара, буду честной. У меня не будет возможности вернуться с тобой. Что? Но ты же сказал, что ты будешь следовать за мной как призрак, как в старые добрые времена. Я бы с удовольствием была так, но... Ты глючишь. Если я войду во временную линию снова, я заставлю все разрушиться и сброситься в любом случае. Я не смогу спасти Адриэля. Ты единственная, кого он слушает. Ну тогда, что произойдет с тобой? Уже не важно.
Ты все равно не запомнишь ничего из этого. Никто не запомнит. Фриск, стой! Прекрати! Я не хочу забывать тебя! Что? Я даже не могу дать счастливую концовку, которую обещала. Пожалуйста, Чара. Сдержи мое обещание, сделанное себе. Thank you.